всем хорошего вечера. Ну вот это вот Махалле Культур, ребята. Вот. Я сейчас, у меня вопросы у меня были по Махалле Ахатлы. Что же такое Махалле? Махалле это, дорогие мои, это кто жил в Ташкенте, в Узбекистане, да, вообще таких мусульманских странах, они знают, что такое Махалле. Узбекистан это называет Махалле, это как бы квартал. Квартал, понимаете, это квартал, вот, микрорайон, можно сказать, со своими тоже это самое. И если вы будете искать кого-то, например, обязательно назовите Махалле. Махалле здесь есть разные Махалле, даже есть Махалле учителей. Говорят, менлер Махаллесе, вот, проходите. Говорят, менлер Махаллесе даже есть, вот. Докторов, разные вот так-то. Махалле – это разные Махалле, вот, названиями. Вот это Махалле Культур. Почему Культур? Вот, потому что здесь студенческий район, университет рядом. Она граничит с Ахатле. С одной стороны граничит с Ахатле, с одной стороны граничит Гульверен, с одной граничит Ендоган. Вот. Хороший район, молодежный район. Здесь в основном студенты квартиры снимают, потому что университет шаговой доступности. Вот, поэтому Кепези тоже относится. Кстати, Отогар я вам показывал, Отогар тоже Кепези. Вот. И что хочу сказать. Культур, вот это само себе название культур дали, потому что культурные люди, мол, студенты. А университет здесь огромный, большой университет. Вот. Здесь тоже со своими школами, лицеями, мечетями. В общем, короче, очень большой Махалле. Давайте-ка мы с вами направо поедем. Ну-ка, направо. Здесь есть свои мухтарлыки есть, которые вы прописываете после того, как вы купили квартиры. Вот. Вот она. Я сейчас вот отсюда разворот сделаю. Вот магазины. Торговый центр, вот мотоциклы, ремонт и продажа мотоциклов, велосипеды. Очень хороший район тоже. Но в основном, я же говорю, живут это. Вот через дорогу тут же Эраста, Бейхаус, вот смотрите. Через дорогу Бейхаус, Эраста, вот. И вот эта дорога идет уже Кони-Алты, на пляж. Вот по этой дороге, кстати, я езжу на пляж, и от Ахатлы расстояние до пляжа составляет 4 километра у меня. Я вам показывал, один эксперимент делал. Вот. Вот такой вот Махалле, микрорайон. Вот это называется Культур. Вообще здесь все Махалле хорошие. Вот, вообще Анталия состоит из сотни Махалле. Сотни Махалле. Сютчилер. Махалле, Сютчилер, Махаллесе. Это значит квартал молочников. Варсак. Это далеко, конечно. Вот Сютчилер тоже далеко. В Кепези вообще живут порядка около 600 тысяч человек. Хочу сразу вам сказать. Около 600 тысяч человек. Очень большой такой населенный этот. Это считайте город в городе. Это как огромная территория. Это считай, как в Томске живут. Вот, вот этот Кепези жителей, как в Томске столько. Вот так вот. Вот такие дела. Вот насчет Махалле. И одновременно я вам частичку только показал культур. Махалле культур. Вот. Здесь очень много наших соотечественников живут, очень много. Вот. Да сейчас где наших не живут? Они даже в Варсаке живут, в Сютчилере, везде. Вот. Вот так вот. Маленькая экскурсия
закончено. Еще много, это я районов буду вам показывать, знакомить. Думаю, что вам будет уже интересно, уже вам будет ясно, где что находится. Всех вам благ, хорошей субботы, пока-пока.